Слушайте, ребят, короче, мы тут поехали на новое развлечение на Пхукете, называется джетский тур, по-моему. Ну, типа такого, тур на джетский, короче. Что такое джетски, знаете, на водные мотоциклы. Так вот, блядь, твоя мать. Джетски! Да, короче, это Лера, если кто-то не знает. Джетски! Я здесь первый раз, но я к тому, что мы приехали на какую-то базу, она находится в Пхукеттауне, и я здесь вообще никогда не был, и тут куча всяких компаний, здесь, оказывается, отсюда тоже отходят, это пирс целый, тут вот какие-то здесь вот тоже компании, причем русскоязычные туры, я смотрю, вон там уже что-то по громкоговорительной связи что-то объявляют, там вон лодок куча стоит, слушайте. А там нужно что, кофе купить? Я пошла. Пошли, пошли, да, я тоже. Так вот, едем мы, соответственно, не одни. Тут еще сейчас Ваня приедет, ну, Иван Игоревич, директор компании Phuket Trip Tour, если кто-то не знает. Туристы вроде бы, как канал Туристы, Женя с Лилей. Сейчас посмотрим, короче говоря. Блин, смотрите, какое тут чудо есть. Привет, глазастик. Здорово. Здорово. Какой клевый. Здравствуйте. У него там, оказывается, лед лежит, чтобы он и ел его, и грыз, и это самое... И не жарко ему было. Да. Ты играться хочешь? Ты маленький, поиграй. Такой мишка. Мы тут кофе нашли, короче говоря, 60 горячий, 50 холодный, или наоборот? 50 холодный, 60. 50 холодный, 60 горячий, короче. Нет, наоборот, холодный всегда горячий, всегда дороже. Холодный всегда дороже, поэтому 50 горячих, 60 холодный. А, вот они все, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Осторожно, осторожно, осторожно. Здравствуйте, Иван Игоревич. Хочешь кофе? Ну и не надо. Здесь, кстати, есть еще водичка, пожалуйста, если надо. Пепси, бананы. Ты будешь банан? Тебе надо? Один вон возьму. Здесь это печеньки, я так понимаю. На тебе банан. Сделай это красиво для зрителей, нет? А, извини. Так, жилетики. And for me, big one. Big one. It's not so big. Do you have a little bit bigger? You're not bigger, but it's okay. You handsome man. Thank you. Не такой уж большой. Собственно, все, мы, короче говоря, поперли. Время пришло. Как нам объяснили, там особо неудобно с сумками. Внутри есть какое-то типа багажное отделение, но оно тут заливается водой, поэтому... Yeah, that's for baby. It's okay, it's okay. It's okay. Ребенок нормально, в безопасности. Здесь, как выяснилось, есть все-таки разница. Если доплатить, то можно более мощный взять. И вот ребята, Ваня с Катей, они же втроем, поэтому решили взять большой. Доплатили 1000. Всех распределяют по этим, как вы правильно, гидроциклы? Или джетские, как правильно? Джетские, короче говоря, да. Точнее, не по-русски, это по какому? Непонятно. На меня посмотри. Очень похоже, правда. Так, ну что, значит, во-первых, удобно, это первое. Второе, камеру явно держать будет мне неудобно, поэтому дальнейшее все будет снимать Лера. Подожди, стой, дай сниму. Моя камера. Говори что-нибудь, это видео. Сумбур полный, серьезно, что-то слишком много крика, ора. Никто не может вообще что-то... Да, это правда. Взбодрились прям. Тут выяснилось, что Макс ни разу на этом не ездил. Да, ни разу. А я подписалась быть пассажиром. Может, мы сразу чейндж сделаем? А ты ездила уже? Да. А я нет. Дай научиться человеку. Боже мой. Так, ребят, помните, часть вторая. Если мы потонем, видео не выйдет. С нами отправляются спасатели. Вот там можете увидеть лодка, так что все, сейфти. С нами группа из Китая. Да, с нами также группа из Китая. Ребята, правда, выглядят похоже, как будто китайцы. Мы погнали. Макс сдал мне экзамен на управление. Три кнопочки тут я понял, короче. Это несложно. Три кнопочки. Главное не запутаться. Сейчас все пойдут, а мы будем не первые. Слушайте, очень сложно снимать на ходу. Во-первых, громко. Ничего не скажешь. Во-вторых, у нас какой-то непонятный старый джетски. Он очень сложно управляется. Меня зовут Макс. Короче, да, тяжело с ним. Вот, а пока что мы стоим, потому что наши спасатели куда-то уплыли. Вот, и нас бросили. Ну, это как на байке. То же самое примерно. Несколько раз поездите, и все будет нормально.
плохо. У меня отсохли нахрен руки, потому что держаться надо очень сильно. Сзади просто сдувает. Волна херачит. Ты как? Ну, скажем так, рука устала. Прям точно могу сказать. Ребята, ну, адреналиновые маньяки, вам вообще welcome. Ваня еще бедный, у него еще и ребенок, плюс ко всему, прикинь. Если бы он один был, еще бог с ним, а так, бля. Кате нравится. Ну, Кате нравится, да, понятно. Я думаю, даже стабилизатор в камере не поможет от тремора, потому что рука... Да. Да-да-да. Прям у меня болит, например. Постоянно держать в напряжении. Ужас. Не, на самом деле, нет, давайте так. Классно, кайфно тем, кто хочет вот именно попрыгать по волнам. Мы уже старые для этого. Ну, мы пенсия, нам нужен спокойный отдых. Нет, на самом деле, да, молодым, кто любит адреналин, но даже папа у меня, я знаю, он бы кайфанул тут от души, он такое любит. Вот кто, кому нравится, ребят, волна есть, будет все так жух-жух, все, брызги в лицо, вот эта вся история. Да, классно. Но, да, многим это сильно нравится. Здесь, конечно, бесспорно, это прям... Адреналинчик такой. Но снимать на ходу практически нереально, ребят. Поэтому вот сейчас видео, ну, пока мы останавливаемся, можно. А так надо держаться, Лера должна держаться. Сзади просто, и если я не буду держаться. И брызги все вот эти вот, ну, короче, такое. Я улечу к чертям с этого катамарана, блин. Можно снимать на ходу? Вы не сняли ничего? Я тоже не рискнула. Макс, я смыл? Ну, еле-еле, да, примерно. Кстати, мы движемся к острову Кай. Да. Земля близко. И мы этому несказанно рады. Все, друзья, мы на берегу. Слава богу. Не, на самом деле, правда, слава богу. Чуть-чуть тяжеловато это физически. Мы прибыли на остров Кай. Кто помнит этот островочек? Здесь мы сейчас, я не знаю, что будем делать. Может быть, кушать, может быть, просто отдохнем немножко. Так, мое счастливое лицо. Я вся в соли, вся в воде. Короче, здесь мы 30 минут. На этом острове можно посноркелить. Если вы помните, сейчас вам покажем, где это можно сделать. Ну и просто передохнуть. А, ты уже все сказала, да? Все. Полчаса и просноркелим. Все понятно, да. А вот если честно, давненько я не был на Кае. Ну, на этом Кае. Хотя на всех Каях не был. Давно. Мы были с тобой на двухдневке. Когда? На не были? Были, мы заезжали с тобой двухдневки, когда мы на пипи на два дня ездили. Ты что, вот ты меня вот здесь фоткал. Я тебя здесь фоткал, ты не со мной была. С какими-то мужиками уже ходила где-то, не я это был, я не помню этого. О, это наши? Это наши, да, пожалуйста. Ой, еще лежачки бесплатные. Давай, да, бесплатные? Купаться там, говорят. Слушай, так это, может мы тогда, ну хотя бы кофейку, а у нас денег нет кофейку, все есть, понятно. А, есть, да? Кофе. Блин, рука дрожит, прикиньте, блин, не знаю, спасает ли стабилизатор в камере, но рука дрожит. Короче, здесь красиво, ребят, здесь прям... Аккуратно. Мы мастера нативной рекламы. Ну, типа, да. А что у тебя там написано, интересно? А ты смотри, а там что-то написано. Ух ты! Phuket Ship to Room, блин. А, ну все понятно, да, мы знаем, что это, да, конечно. На три экскурсии дали. Ты говори, мы мастера подвязок рекламных. А, ты летаешь, что ли? Да. А где мы сейчас? Хотя, ну ладно, какая разница. Да. А что я увижу сейчас? Увидите на канале Phuket Ship Tour. А, да? Круто. А вот с этой стороны, во-первых, здесь можно купаться. Вот там и тут. Это первое. А второе, здесь есть рыбки. Их можно покормить. У Лили есть банан. И по идее, сейчас можно будет... подснять классное видео, если, конечно, они банан едят. Подожди, надо кидать кусочки? Не, можешь один раскинуть, чуть поближе зайдем сюда. Все, теперь опускай банан. Подожди, ну, опускай банан, ну хорошо. Опа, вот, давай. Теперь смотри, вот возьми банан и опусти его просто. Аккуратно. Давай, тут пираньи они. Да-да-да, держи, правильно. Да, опусти, говорю, банан. Давай, держи. Вот это, да? Подождите, мне нужно снять тоже ситуацию. Контент пилится, капец. Воду именно. О, молодец. Можно я руку не откусить? Ее можно прям так хоп и взять. Не кусается. А здесь, если кто-то вдруг не знает, можно приобрести... А, кстати, алкашка, вон, смотри, стоит санксон даже. Ну, тут всякие напитки и так далее. Хотя даже еда есть. Как тебе, красавица?
Хочу фоткаться. Ну давай, пошли опять, да, фоткаться, я понимаю. Работа у меня такая, фоткаться. Подпишись, на твой канал тоже работаю. Согласен, абсолютно. Так, ну что, господа, прошло у нас полчаса. Мы попили кофе, покурили, пофотографировались, кто-то даже поплавал. И можно продолжать дальше наше приключение. Правильно? Мы теперь знаем все наши ошибки, как кто плохо держался. Единственная проблема... На скотч, что ли, вот так намотать, да? Надо это как-то снимать. Мы не понимаем, как снимать на ходу, чтобы было красиво. Надо в голове ее примотать. Куда-нибудь, я не знаю. Но снимать на ходу невозможно просто. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знали и не подготовились. Да. Ну, по-хорошему, на руку еще можно. Так все равно оно капли попадают, и все, и ничего не видно. Я думаю, что куда-то, да, на голову повыше, может быть. Протирать ее протереть проще, чем держать все время. Ее протереть, да, но разводы остаются, все равно черта не видно. Я уже пробовал много раз. Что значит интровертом быть? К нам все подплывают поговорить, а мы от них уезжаем. Просто скрываемся от людей. Мак, ну позвони чуть-чуть, давай я поснимаю. Как мы жук-жук по волнам. Давай уже поедем и уже поедем. Вот тут камера. А, извините, уже поедем и поедем. Ближе к Максу вот сюда и держалась уже за него, а не за ручки. И я вам хочу сказать, это реально намного удобней. Как-то у нас центр тяжести уравновесился и не так сильно колбасит сзади. Имейте в виду. Так, друзья, мы прибыли на следующий остров под названием Кай. Снова Кай. Какой именно, мы не помним. По-моему, тот был Кайной. Кайной, да? Этот Кайнук? Кайнуй, Кайнук. В общем, здесь у нас будет обед. Вот мы сейчас все дружно идем кушать скорее. Кстати, обед был на выбор. Не знаю, Макс снимал или нет. Вот, это приятно. Так, пойдемте смотреть, что у нас на обед. А куда? А где обед? Или он отдельно будет подаваться? А, вот, отдельно несут. Все понятно. Значит, господа, вот вам обед. Под Капао. Только острое, скорее всего, мне так кажется. Но это можно было выбирать в самом начале. Вот Лера мне выбрала роллтон с курицей. Ну, как бы, чтобы не толстел, я так понимаю. Хочешь мои вегетарианские? Нет, поеду. Спасибо большое, спасибо. Я лучше роллтон. Все, господа, приятного аппетита, короче говоря. Секунду. Следующий. Обратно. Оставились. Выплюнь. Слушайте, ну здесь вполне неплохо все это выглядит, я вам скажу. Очень так по-островному. Белый песочек, народ. Там, я не знаю, эти сидушки всякие, там зонтики и так далее. Слушайте, прикольно, прикольно. Учитывая всю эту тропическую красоту, вот все всеми фоткают что-то, снимают что-то, фоткают. Красиво, без вопросов, конечно, да. Да. Лерчик, ты как-то странно загораешь. Зачем тебе этот топик с длинным рукавом? Почему ты загораешь только пузо и ноги? Я не хочу его снимать просто туда-сюда. Я заколебусь. Вот так же он одевается. Понятно. А что ты хочешь? А, понятно. Фото, давай, хорошо, фот. Такая отдел. А, на камеру, на эту ты хочешь? С той стороны? Что-то я не понял эту идею, погоди. И что мне делать? Куда снимать? А, вот так снимать просто? Красиво, сядь хотя бы, мать. О, молодец. Все. Ты куда-то уплываешь? Подожди, я прям подрежу. Ты понимаешь, что это скриншот, да, будет? Да. Ну вот, как-то так тогда. Нормальный звук? Все, молодец. И после обеда, господа, снова подают наши джетски, гидроциклы. Смотрите, такой вереницей на веревочке их тащат. И вот сейчас мы опять садимся и едем теперь уже на два каких-то острова. Один там, где-то там, короче говоря, или вот, а, не, вот этот вот, первый, вон он впереди. Вот этот первый. И дальше уже в сторону пирса, где мы, соответственно, и садились, начинали. Еще что интересно, кстати, все же неравномерно едут, кто-то отстает, кто-то впереди, поэтому иногда бывают остановки, когда останавливаются, все, кто сзади, немножко вперед подъезжают, и дальше уже все вместе опять. То есть, чтобы никого не потерять, это круто. Это просто очень весело, очень сильно.
острове Рангьяй, где я тоже давно не был, кстати, что интересно. Здесь, кстати, очень красивая пальмовая роща, просто потрясающая. Не-не, мимо, проплывайте, не надо к нам, туда. Туда. Только не газуй, резко я выгляжу. Я вообще не газую. Сейчас пацанёк, я такая тапки вверх. Ребята, села Лера. Так. На зелененькую здесь нажимаем сверху. Сверху зелененькая. Нет, и держим, да. И очень плавно, да, очень плавно, пожалуйста. Давай, плавненько, очень плавненько, пожалуйста. Молодец. Плавненько, плавненько, не дергай. Повылетим оба. Молодец, молодец. Потом туда, если хочешь. Если хочешь, мы с тобой на обратную дорогу на Пхукет ты поедешь. Хочешь? Она ей уже не интересна это. Тихо, 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 не газуй, пожалуйста. Лерчик, солнце. Блять. Все, потом. Блять. Обратно я поеду. Хорошо, не вопрос абсолютно. Хорошо, хорошо, да. А мы все-таки выходим на острове Рангьяй здесь. Ну что, друзья мои, 15 минут у нас на этом острове. Нас высадили. Кто-то пошел купаться, естественно. А мы, как всегда, естественно, куда? Курить. И кофе, правильно. Вот, где-то здесь продавалось когда-то, насколько я помню. Ну что, 15 минут прошло. Мы успели попить кофе. Ну, кто хотел, имеется в виду, даже поснимали что-то тут. И все, у нас последняя эта остановка, правильно? И мы сейчас домой. Все, часа в два, наверное, будем ладно, дома. Давай так, для видео. Ну, как жалко, хочу покататься. И реально сплю. Давайте домой быстрее. Ну, вот примерно так это происходит. Мы просто болтаемся на воде и ждем, пока все-все соберутся. И так вот периодически тормозим. Кстати, вот на этой бы яхте я бы с удовольствием поплавал лучше, чем на джетске. Что? Это катамаран. Ну, это катамаран. Кстати, это катамаран. Я бы на нем поплавал лучше, чем на джетске. Так нормально? Друзья мои, мы на берегу. Собственно, все вернулись, живы вроде бы как. Все в порядке. Слава тебе, Господи. Наш день на этом вроде бы как закончен даже. Сегодня вот это вот наше приключение на джетске. Во-первых, это было первый раз для меня. Это было прикольно. Честно скажу. Вот такой масштаб для меня тоже впервые. Да. Обычно там на пляжах чуть-чуть катаются, да, а здесь прям, да, здорово. Прям жёлтый, да, остров, бам-бам. Как вообще тебе вот полностью? Слушай, давай так, вот я когда в конце села нормально уже к тебе, а не вот сидела на краю, вообще норм, типа и на волнах норм, и везде норм. Очень прикольно, очень весело. Если вы хотите прям кайфануть от всей души вдвоем, лучше берите два. Ну, чтобы каждый был за рулем, типа жух-жух. Потому что сзади, конечно, ну все равно и держаться сильнее надо. Ну, такое. Вот. Ну, короче, вообще. Вот. Да-да-да, согласен. Шикардос. Согласен, абсолютно. Кто хочет погонять, прям супер. И, кстати, еще, друзья мои, Лерочка уезжает. Это последнее видео с ней. Вот. Запомните, неизвестно, меня такой приедет она когда-нибудь молодой на Пхукет еще или нет. Но здесь она в отпуске была. В отпуск закончился, и все, возвращается в Москву жить, так сказать. Я в общем, не в Москву возвращаюсь, ну, я неважно, в целом просто куда-то уезжаю. Возвращается, да. Я уезжаю, давай так. Да. В общем, это, господа, подписывайтесь на Леру и следите за ней уже там. Да. Ну, вот, в Инстаграме. И в Телеграме. И в Телеграме. Везде я буду что-то рассказывать вам. Вот. Все, Лерочка, с тобой было круто, здорово. Пока-пока-пока. А еще у нас сегодня важное событие. Сегодня у Вани день рождения, у Ивана Игоревича. Вот, и мы, значит, собрались на Патонге. Ну, мы каждый год так собираемся, чтобы отпраздновать, так сказать. А, там уже еду принесли. Не вовремя я камеру поднял. Короче, выглядит все это примерно вот так. Иван Игоревич, тебе от всего канала и Инди Тревел, от подписчиков, всех, короче, ну, от нас, естественно, всех, понятное дело. Денег? Сейчас я еще покажу. Номер карты в описании. Номер банковской карты так делает, блин. Не, не надо. Не надо? Короче, тебя с днем рождения. Ребят, давайте, короче. Спасибо большое.
Мы продолжение показывать не будем, потому что оно обычно всегда, ну, лучше не показывать. Мы сами не смотрим. Да, поэтому все, ребят. Кидайте там в комменты поздравления Ивану Игоревичу, компания Phuket Chip Tour, если кто-то не помнит. На здоровье. Я. Thank you very much. Там даже за соседним столиком кто-то. Я. Проснулся. Он час сидел там. Все, давайте в комментах пишите, и мы до завтра, короче.